Следственный комитет опубликовал видео с подозреваемым в убийстве рязанского ветерана Павла Макеева и его супруги. Это кадры, снятые сразу после преступления. Молодой человек расплачивается в магазине. Опубликовано также оперативное видео с подозреваемым. Молодого человека взяли прямо в квартире одной из многоэтажек города. Причина преступления выясняется, но, скорее всего, мотив был корыстный. Сам трасс сначала часов 10 купил наркотики на закладке. Ездили на закладке. Наркотики гашиш. Ну, купил наркотики, все. Покурил, приехал туда. Убийство ветерана Павла Макеева и его супруги потрясло общественность. Напомню, что тела ветерана и его супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 26 сентября в их квартире в Рязани. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Губернатор Рязанской области сообщил, что местный меценат объявил награду 50 тысяч рублей за любую информацию, которая поможет в расследовании преступления. Чтобы установить личность подозреваемого в убийстве ветерана войны и его супруги, деньги мецената не пригодились. В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства супружеской пары 20-летнего жителя города Рязани. Подозреваемый сейчас задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления по Рязанской области Владимира Анатольевича Никешкина. Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В полиции считают, что подозреваемый в убийстве супругов Макеевых может быть причастен и к другим преступлениям. Преступлением против пожилых людей. Стражи порядка просят откликнуться рязанцев, пострадавших от рук злоумышленника. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».